Рядом с техникой прошлого – современные образцы. Новый модернизированный комбайн, который запускают в производство в этом году. На заводе говорят, разработка сможет вытеснить с российского рынка европейские и китайские аналоги, а затем пойдет на экспорт. Один из самых современных отечественных комбайнов. Испытания завершены. Скоро эту машину можно будет увидеть в полях. Сейчас посмотрим, как выглядит кабина. Есть даже бортовой компьютер, который контролирует все параметры. Но главное, проектировали так, чтобы комбайнеру было удобно. Все настраивается индивидуально, сиденье, рулевая колонка. То есть практически штурвал современного авиалайнера. Совершенно верно. Климат-контроль, магнитола, холодильники, все условия для успешной работы в кабине созданы. Александр Аксенов 10 лет назад начинал рабочим и хорошо помнит, как огромное предприятие из-за мирового финансового кризиса оказалось на грани коллапса. Спасать завод Владимиру Путину пришлось буквально в ручном режиме. Хотелось бы сказать вам огромное спасибо за вашу поддержку, которую вы оказали. Путин прилетел на Ростельмаш в декабре 2008 года, в самый разгар кризиса. Тогда и решили на импортные комбайны временно ввести пошлины, а фермеров поддерживать только если те покупают отечественную технику. Не только невозможно было проехать на машину, пройти было невозможно, потому что все было затоварено, все было заставлено техникой, которую никто не покупал. Была угроза того, что предприятие полностью остановится, неполная рабочая неделя уже была введена, и зарплаты были проблемы. Я помню, я был писателем правительства, меня за это критиковали сильно. Почему? Потому что это были не очень либеральные, не очень рыночные решения части, касавшиеся поддержки напрямую предприятия отрасли. Примерно через полгода, когда Путин снова вернулся в Ростов-на-Дону, завод уже потихоньку оживал. Заработал предприятие нормально? Нормально. Начало работать нормально. Мы даже на 6-дневку решили. Это была помощь очень своевременная. Вот. И она дала возможность заводу не остановиться, а самое главное, это был в какой-то мере толчок, чтобы завод дальше развивался. Президенту благодарны за ту помощь? Конечно, благодарны. Очень благодарны. Очень много молодежи работает. Наверное, процентов 70-80 это до 30 лет. Завод помогает молодежи, в том числе с ипотекой, но процентная ставка для многих все равно высока. Вы женат? Нет. Вот, я вам хочу дать хороший совет. Девушки у вас такие красивые. Первое. Второе. Вот вы как только женитесь, нужно сразу заводить ребенка. Сразу будете получать поддержку за рождение первого ребенка. А если будет второе и третье, у вас сразу будет ставка по ипотечным кредитам не больше 6%. Потому что все, что выше, будет оплачивать государство. Александр, когда в ЗАГС? Ну, в ближайшее время, как только появится подходящая кандидатура, сразу же в ЗАГС. То есть выбрали уже или в процессе? Ну, есть наметки. Девушка, которая присутствовала во время той беседы с президентом, Кристина Сорокина. Завод – это как своя семья уже. Супруг тоже работает на заводе, да, он работает инженером по качеству, только в другом цеху. Часто увидеться удается разве что в заводской столовой. Рассольник по-ленинградски, из старых мясных блюд – котлета куриная, котлета говяжья. При входе часы, которые показывают время и в столице Казахстана, и в далеком Виннипеге в Канаде, где у Ростельмаша тоже есть мощности. Предприятие стало по-настоящему международной компанией. На территории стилизованные фигуры сварщика и литейщика, которые поставили всего несколько лет назад. Ростельмаш – настоящий город в городе. От проходной до некоторых корпусов добираться приходится на машине. К предприятию у горожан особые отношения. Один из символов города – здание театра драмы имени Горького. Или, как его обычно называют, театр «Трактор». Он почти ровесник Ростельмаша, построен в 1935 году. Завод старше всего на 6 лет. Первое театральное здание, появившееся в Советской России. И хорошая иллюстрация того, как много значит сельхозтехника для Ростова-на-Дону. Прямо с Ростельмаша телемост с Ростовской АЭС. Владимир Путин дает старт работе нового 4-го энергоблока. Разрешите приступить к набору нагрузки, Владимир Владимирович? Разрешаю. Выполняется набор нагрузки в заданном режиме. Замечаний и отклонений нет. Поздравляю вас. Спасибо вам большое. Среди тех, кто собрался на АЭС, победитель чемпионата рабочих профессий WorldSkills. Для Александра Дуймамета настоящим наставником всегда был отец Юрий Дуймамет. За его работу наблюдал еще ребенком. Оно же интересно, как бы маленький, сверкает, непонятно, что это делается. И маску еще одеваешь. Вот, маска такая, как, знаете, как у роботов. Раньше ж игрушек не было, как вот сейчас. Ну, оно как-то все пошло, и как бы оно мне затянуло. Сегодня Александр Дуймамет обсуждает с отцом не только производство, но и куда чаще воспитание уже своего сына. В том, что трудовая династия продолжится, никаких сомнений. Я, коль с 13 ему
ну, знания передал, первые, даже, да, первичные. Я думаю, он еще раньше передал. Сейчас ему он может научить своего сына всем видам сварки. Спрос на рабочие руки растет. Развивается и промышленность, и инфраструктура. В Ростове-на-Дону уже работает новый аэропорт Платов. Первая авиагавань в стране такого масштаба, построенная с нуля. Крыша здания – это волны, омывающие Дон. В ожидании рейса пассажиры могут примерить виртуальную форму и окунуться в историю донского казачества. И, наконец, прямо в зоне вылета полотно, посвященное событиям 1812 года и выдающейся роли атамана Матвея Платова. Можно даже вот так, нажав кнопку, разглядеть детали. Детали будущего ростовского футбольного кластера Владимир Путин рассматривал с вертолета. Уже скоро на стадионе «Ростов-Арена» будут реветь трибуны.